Euromusic Entertainment, группа компаний «Принц» и телеканал «Армения» представляют. Москва, 3 декабря, 18.00. Государственный Кремлевский дворец. Самый долгожданный проект года. Новогоднее «Таши Шоу». Участвуют Арменчик, Рафаэль Янанусян, Андроник Арутюнян, Разми Камян, Заруи Бабаян, Арсен Григорян, Моника Назарян, Рубен Сасунци, Гохар Хованесян, Лилит Карапетян, Гурген Дабаян, Магер Армения и Роза Филбер. Мэри Макарян, Нара Диланян, Тамара Петросян, Анна Давтян, Григорий Есаян, Март Бабаян, Ангелина Каплан, Маргарита Позоян, Алексей Воробьев и другие. Специальный гость вечера – Боссо. Спешите на новогодний огонек. Вход в вечерних туалетах, ведется телевизионная съемка. Билеты по телефону +7 495 517 50 57 на сайте концерт.ру или в кассах Кремля.